чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с водной рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорова! И сегодня, чуваки, мы находимся на пляжной территории возле пирса, где у нас собрана довольно необычная коллекция тачек. Вот, чуваки, мы прятали обыкновенные машины, мы уже прятали летающие машины и даже реактивные. Ну и пришла очередь прятать плавающих монстров. Поэтому сегодня у нас есть две коллекции стромбергов, внедорожников, а также плавающих грузовиков, которые могут преодолеть любое водное препятствие. И сегодня мы проведем водные прятки, чуваки, по этой крутой рубрике. И напомню, что далее за 5 минут мы должны отыскать как можно больше тачек у нашего соперника, который сегодня он спрячет. Ну и, чуваки, я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и давайте за такие плавающие тачки наберем сегодня 20 тысяч лайков. Вы мне этим самым тоже поднимете настроение. Ну а мы не будем тянуть, погнали прятать наши супер коллекции! Чуваки, начинаем наши прятки и проверим, кто сегодня запрячет коллекцию круче, потому что у Паши желтые тачки, а у меня зеленые. У меня есть сельский стромбер, крутой плавающий внедорожник, а также вот такой плавающий БТР на четырех колесах. Ну и давайте дадим сигнал Флейзу, что рубрика начинается, что он быстрее поехал прятать свою тачку. Ой-ой-ой, меня чуть не задавил, ё-моё, машина рампа недоделанная. Ладно, поехал на стромберге. Куда он уехал? Эй, нифига себе! А я поеду тоже прятать сельский стромер, чуваки, и сразу прыгнем в воду. Короче говоря, я сейчас буду искать самое крутое место, чтобы Паша не нашел эту тачку. Погружаемся, чуваки, под воду и аккуратно плывем и медленно ищем дынички, потому что нужно маскировать очень-очень тщательно. Я вот плаваю, чуваки, и все-таки я одно место себе приметил. Что, если нам прицепиться прямо к яхте и посмотреть, как далеко эта машина будет плавать, потому что яхта позволит тачке все время перемещаться, и Паша не догадается, что она будет спрятана именно тут. Итак, достаем веревку, стреляем в яхту, и теперь просто отпускаем машину. Все, чуваки, чисто прицеп на воде. Короче говоря, место идеальное, я думаю, получилось. Погнали за следующей тачкой. Ну, а теперь на очереди забираем БТР, чуваки. Жесткий, здоровый. Кстати, я видел, там Паша тоже прибежал. На внедорожнике собрался ехать. Так, давайте его спрячем. А что он едет? Эй, хитрюга, смотрите, он ждет, когда я поеду, чтобы подсадить за мной, понятно. Давайте обманку сделаем, прыгнем в воду, а на самом деле спрячем его в другом месте. Смотрите, танк у меня зеленого цвета, предлагаю найти какие-нибудь зеленые кустики. И, чуваки, походу я нашел идеальный район для маскировки. Посмотрите, сколько кустов. Короче, танк у меня какой? Правильно, камуфляжный, поэтому ищем камуфлируемое, камуфляжируемое, камуфляжнуруемое место, короче. Да, да, идеально подойдет забор. Во, смотрите, кустарный забор. Ёлки-моталки, это же просто превосходно. Так, теперь берем разгон, чтобы выплыть из этой водички. Раз, два, три и полный газ. Давай, танчила. Оп, вот это я понимаю, маскировка. Сейчас на уровне будет. Залезаем прямо в дом. Ой-ой-ой, задний ход, а теперь передний ход, давай. Сейчас мы его так запекем, что Паша никогда его не отыщет. Ну все, нычка найдена. Ребята, оставляем камуфлижируемый танк тут, и погнали за третьим автомобилем. А вы, чуваки, посмотрите, Паша уже поехал третью тачку прятать. Капец, он быстрый. Ладно, ладно, мне осталось прятать внедорожник, но сейчас мы найдем такое место, от которого он просто офигеет сегодня. И давайте отыщем самое жесткое, максимально крутое место. А тем временем, чуваки, посмотрите, куда я залез. Снова на сушу. Короче говоря, нахожусь недалеко от спавна, вот он, на другом берегу. И знаете, гениальная здесь тактика. Чем ближе к спавну прячешь тачку, тем труднее ее найти. Поэтому, ребята, сейчас я буду прыгать прямо с обрыва и вон туда под воду попробую уйти под пирс. Если получится, это будет гениальная тактика. Только нужно ровно мне прицелиться, чтобы реально замаскировать этот джипчик. Раз, два, три, прыжок на максималках. Давай под воду. Оп, да, получилось. И я застрял. Чуваки, кажется, капут. Ладно, придется вылезать. О, посмотрите, это идеальное место. И тачка не всплывет. Потому что когда вылазишь, она всплывает. Ну все, погнали встретимся с Пашей и проверим, сможете найти он сегодня мою коллекцию. А теперь, чуваки,
начинаем суперпоиски, потому что сегодня будем искать тачки не на просто мотоциклах, не на просто квадроциклах, а на таких акваблейзерах. Ого! Почти как акваплейзеры. Короче говоря, эти байки умеют ездить и по воде, и плавать по земле. Поэтому проверим, кто сегодня круче отыщет коллекцию у соперника. Держи, шмат. Ладно, дается на таймере 5 минут, поэтому посмотрим, куда ты сегодня замаскировал тачки. Готов, готов, готов? Я готов, где искать твои тачки. Итак, раз, два, три, таймер пошел, погнали! Стартуем! И первым делом прыгаю в воду! Уоу! Давай, что? Воду, ничего там не найдешь! Давай, давай, как у них колеса убираются? Ну-ка, чуваки, смотрим, воду и воба! Воба! Так, может ты на маленькую, например, яхту куда-нибудь спрятал, признавайся! Но я сегодня буду проверять именно дно бассейнов, всяких там это водных аттракционов и так далее! Знаешь, в чем минус дна? Ну? Подожди, то есть ты хочешь дно бассейна проверять? Но ну, смотри, конечно! Если ты из тачки же вылазишь, она же всплывает, как на дне тачка окажется? Никак! А может, ну, кстати, да, а вот и все. То есть, если он сегодня прятал на дне, чуваки, то тачки у него всплыли. И, скорее всего, это минус. Так, подожди, а я хочу проверить сегодня полностью границы, чуваки. И надо на границах смотреть абсолютно все. Я вижу там вдалеке что-то плавает, и не твоя ли эта тачка нет, пошла? Нет, это не моя тачка. Вот я серьезно? Вижу, что что-то замаскировано в кустах. Давай, кусты, проверяй. Я буду от первого лица ехать. О, у этих же тачек пулеметы есть. Так, чуваки, очень подозрительная яхта плавает. Сейчас хочу посмотреть, не прятал ли Паша на этой яхте никакую кстати, свою тачку. А на яхте ты сегодня прятал, а там большая подожди, такая. Ой-ой-ой, я не прятал, подожди, нет, стой. Я кое-что заметил, это очень плохо, это очень что плохо. Что ты заметил, не слушай, понял? Слушай, у меня одна тачка уехала далеко-далеко случайно. Она вдоль пляжа где-то катается, одна моя машина, я скажу. Но, если что, границы очень большие. Подожди, а почему она катается, так. Она не на месте стоит? Она уплыла сама собой, короче. Случайно пранк вышел из-под контроля, подожди. Так, я ребята, еду к тебе! Главное найди Пашину тачку. Зато я знаю, что в открытом океане тачек точно нету, но еще вдоль пляжа можно что-нибудь найти. У тебя тем более желтый цвет был, спасибо, я помню. Спасибо тебе за подсказочку, конечно, какую? Но я лечу к тебе. Ко мне? Ты мне сказал то, что она уехала, значит она нет, чему-то нет. Привязана, да? Неправда, она не привязана. В смысле привязана? Ты че, Шерлок Холмс? И не она да. На самом деле просто на дороге к мусоровозу прикрепилась и уехала вот так за ним прям. Пикету ее что ли притопила, да, притащила? Да, правильно думаешь. Так, чуваки, понял. Проверяем еще пирс, потому что на пирсу могли быть желтые машины замаскированы стопудово. Ну я чё? Знаю, вот тут еще бассейн есть, но бассейн пустой. Но ладно, бассейн ладно. Не пустой, я бы там даже не стал прятать, ты сам подумай. Окей, тем временем у нас прошло половина времени, чуваки, и нужно высматривать внимательно его тачки. Желтый цвет, правильный ли? Ответа нет. Погоди. Что такое? Погоди. Что, погоди? Ты что-то нашел? А ты слышишь? Ты чё, маскировщик? Чё? Нифига себе! Я увидел у тачки спойлер, как у лодки. А это не спойлер? Твоя тачка стоит? Это не моя, не. Какой спойлер? Ребята, этот крендель думал замаскирует от меня вот эту машину. Я её спалил! Это обычная машина, тебе такая просто. Какая обычная? Она ещё плавать умеет, да, обычная машина, по-твоему? Да, не обычная, обыкновенная. Я реально её проехал, я только в конце увидел, обернулся, спойлер торчит у неё, как у лодки. Первая тачка в коллекции. Так, надо высмотреть все самое желтое, потому что Шир реально мог маскировать свои слушай, тачки. Слушай, Леха, вот ты мне как сказал, то, что тачка твоя плавает, я да. Вот две версии проверил. Проверил с китом, она не работает, и проверяю сейчас с лодками. Ты лодки там... Не, ну ладно, я скажу, что моя тачка примерно куда-то в аэропорт уплыла. Погоди, это маленький минус. Я не знаю, найдешь ты ее, не найдешь, но я скажу, там фиговая тачка, сразу знаешь, тебе говорю. Ну знаешь, я тут нашел чего? Каких-то чуваков, они тут на берег что-то выплыли, и у них тут тачка. Какие привязана? Чуваки? Да вот у них тут это на берег, они выплыли ой, возле парка аттракционов. Ладно, там тачка. Так и быть, спалил нычку. Окей, да, я к ним привязал ты тачку. Да. Да я не думал, что они в открытый океан уплывут. Ладно, ребята, проверяем еще вот эти локации, потому что Паша тоже тут мог прятать. Тем более мы сегодня устроили... О, водные прятки. Чего? Ага. Что такое? Подожди, чего? Это твоя машина? Подожди, там мне казалось, что колесо торчит. Чуваки, ничего не торчит, да, уходи. Погодите, туда. Кажется, я нашел еще одну машину. Да не может быть, как ты так быстро их находишь? А я не знаю, а что тут торчит колесо из-под моста? Так, аккуратно, оп-оп-оп-оп, выезжаем.
Чего? Это не моя машина, стой, подожди. Это бот. Нормально? Это что такое? Ребята, вот за это лайк. Тут бот под текстуры провалился. Так, ладно, проверяем быстренько. Границы тогда на суше, и может быть на суше тоже ты что-то спрятал. Кстати, Лёха, сколько ты вообще тачек сегодня на суше спрятал? Или вообще ты прятал там? Ладно, я спрятал на самом деле. Ну слушай, несколько тачек спрятал. Вот тут есть одна машина. Одна, всего одна, скажу честно. Одна, так ладно, хорошо. То есть одна у тебя в воде, одна на суше. А у меня вот все в воде. Погоди! Так если я нашел одну тачку у тебя припаркованную, ты и другие мог замаскировать на парковке где-то. Ну, конечно! А если ты все тачки на парковке спрятал? Слышь ты! Эй, Шерлок Холмс! Ой, зря я этот вопрос тебе задал. Ну тут под мостом нету, тут нету. Мужик, не видел тачки желтые? Так. Мужик, ничего не говори. Я зато знаю еще мои машины, где спрятаны, которые ты не нашел. Ребята, главное проверять внимательно все парковки, все нычки, все бассейны, все, я не знаю, офигейные. Чё, какие фигейные, такого нету? Я! Чё ты? Оказывается, вначале одну тачку твою проехал, но я ее нашел! В бассейне! Да! В бассейне, да-да-да. Блин, ну я ее специально там кукол загнал. А я отсюда смотрел, тут ничего не видно, а я вниз заглянул и увидел тачку. Ты не представляешь, тачку! Я так обрадовался, когда ты ее проехал. Так, потом... только выехать, или я не могу выехать. Эй! Подожди, как ее вытащить? Ты чё с ней такое? Ребята, мне кажется, нужна помощь срочно. Так, подожди, может быть, торпеду стрелять? Я сейчас чуть не взорвался. Погоди! Ты чё там бомбишь? Я лучше тихонько доеду. А теперь, чуваки, наконец-то могу спокойно доехать. Кстати, тем временем время вышло. Офигенно сказал. И у меня есть ловно две машины. У меня есть Lamborghini и у меня есть вот такой фулгон. Итак, чуваки, я забираю однозначно Stromberg, потому что тачка и плавает, и она по земле быстрая. А фургон, он хоть и замаскированный, но он фиговый, он медленный. Ты чё берёшь? Всё, я только беру одну машину, ведь я только её нашёл. Ты знаешь, как нашел? Я случайно сам спалил нычку, поэтому это не считается. Тебе не засчитываем. Это считается, нет, считается. Все, ты сегодня пешком бегаешь. Пошел, Даник. Ладно, засчитываем. Тем более она уплыла за километр. Поэтому, ребята, прокачиваем наши плавающие тачки. У меня ламба, у Паши сельская развалюка. И уже переходим к водным испытаниям. А вот теперь, чуваки, наше первое испытание на суперпрокачанных тачках. У меня Stromberg, у Паши сельский Stromberg. И давайте проверим, кто из нас самый быстрый будет по воде. Потому что испытание называется «Водная гонка». И вы посмотрите, чуваки, трамплин ведет прямо в трассу, в водную трассу. Ну что, давай проверим, кто это самый крутой. Ну а вы, чуваки, пишите в комментариях, какие еще тачки прятать. Вот сегодня прятали плавающие тачки, может, летающие, реактивные, маленькие, большие, гигантские, супергигантские, ультрагигантские, мегагигантские. Ну, короче, ладно, что-то я замечал далеко. Итак, пишите, а я пролайкаю самые крутые варианты. Ну что ж, на счет три стартуем. Раз, два, три, погнали! Кто первый преодолевает реку, тот и получает первый балл. Пора! У меня больше шансов! Так, чуваки, самое главное, ровно прыгать! Оп, трансформация! Опа! У меня колеса исчезли. Летейшая какашка! Всё, я сразу пулеметы беру. Где ты? Я трансформатор, ты куда полетел? Так, ребята, уходим под воду, под водой тачка у меня быстрее плавает. Итак, полный вперед! Давай! Тебе хана, Давай, Ханна Монтана, где ты? Эй! Плавающий багажник, смотрите на него! Слышь ты, багажник, иди сюда, багажник, нормальная тачка у меня! Я красная акула, красная пиранья! Тебе хана! Эй, у меня тоже торпеды есть, не переживай! Так, чуваки, это водная гонка черепах! Что ты делаешь? Я тебя взорву! Хотя давай, стреляй! У меня тачка бронированная, я броню поставил на максимум. Так, чуваки, есть шансы. Побил! Все, вытаскиваю колеса, тебя на мир посадил. Не надо! Ой, ракета есть. Ракета, мы в тебя не пульнут сейчас. Давай. Чемоданы спасать меня. Акула разгоняется. Полы вперед. Как там матросы говорят? Давай. У матросов нет вопросов. У матросов есть Stromberg. Вали отсюда. Это дрифт, подводный дрифт. Главное, как не разбить тачку. Давай, малыш. Я Карлсон. Так, полы Карлсон. Смотри назад. Что-то, проблемы? Там чемоданы летят, тебя уничтожают. Я погоду. Нифига себе. Я волну поймал сейчас. Так. Тихо. Я по волне. Верногами плыву. Эй, парень, как пока мне, я фигачу. Ты я сейчас торпеду запульну. Поехали со мной. Давай. Летающая это что за веревочные гонки такие? А ты писка.
Так, давай. Сзади кот. Нет, ты писька. Полный газ. Красная акула. Что я нажал, она быстрее ехать стала? Я не знаю, может, я походу пропеллеры включил. Я без пропеллеров ехал, может быть. Пропеллер, ты что, Карлсон, что ли? Да, меня сразу лишь разворачивают, начинает. Они работают по полной. Желтая акула, ты сегодня будешь последним. Я зато у меня есть. Называй меня желтым чемоданом. Это мое новое имя. Давай, желтый чемодан. Желтый чебурек, что ты вроде как. Подводный дрифт, чуваки. Но главное, ракетами стрелять в него не забывать. По полной, победа моя будет. Давай. Скатывайся. Быстрей. Колеса. Полный вперед. Пока, Леха. Ребята, кто преодолевает последний мост, получает 1 балл. Давай, трансформируйся. И желтый чемодан выигрывает. Смотри. Ты что там? Обалдеть. Я, оказывается, все это время без пропеллеров ехал. Чуваки, получаю я свой 1 балл. И мы переходим ко второму испытанию на наших супер-турбо-ультра-тачках. А вот теперь, чуваки, долгожданное испытание, которого не было 100 лет уже. Ну ладно, на самом деле, недели 2. Это битва на выживание. Кто кого взорвет на оружие? Только это бура-бура. Понятно? Непонятно. Короче, получает 1 балл, елки-палки. 1, 2, 3, погнали! Иди сюда! Тебе у меня свой супер язык джеловский. Оп, джеловский язык. Давай, ламба рулит. Вот такой обманный маневр, чуваки. Нет, у меня сельский тромбер кучит. Я рампа. Поехали. Смотрите, в пузо стреляю ему. Не трогай меня. Вот это читерская тактика. Я ж могу реально тебя подкинуть. У меня есть другая тактика. Догони меня. Какая тактика? Давай, догоню. Не забывай. У меня сегодня тяжелая артиллерия есть. Называется ракеты и торпеды. У меня есть и тактика. Давай. Подожди. Как я переверну? Нет. Смотрите, стреляем. Давай, поправим. Ребята, тут очевидно. Да ты выйди. Так, все. Тяжелая артиллерия к бою. Что такое? Застрял, что ли? Че, на? Ты куда стреляешь? Я никуда не стреляю, я на месте стою. О! Что произошло? Телепортейтор. Раз, смотри, торпеда поехала. Это ты, Надя, торпеда поехала. Под тобой пролетела. Так, давай. А тебе снова попасть. Ой, мазила. У тебя низкая тачка, ты чего? Идеально, низкая тачка, у тебя высокая. Раз, два, три. Торпеда в бок. Бам! Нет, не давай! Первое попадание, второе попадание, третье, давай, десятое, двадцатое. Итак, полный газ. У меня тачка дымится. Я видел, у него уже бензин потек, смотрите. Вот что такое. Получается, Стромерка держит победу во втором испытании. И остается третья финальная битва. А вот она, ребята, финальная битва! И начнется она на крыше парковки! Это испытание, ваше самое любимое, и называется оно «Догонялки!» И сегодня специальная серия будет у нас! Не специальная серия, а специальные догонялки, которые длятся на 1 минуту дольше, целых 3 минуты! Кто за 3 минуты уезжает от воды, получает 1 балл, а кто не уезжает, тот ничего не получает! Итак, ты снова первый уезжаешь, и я тебе даю 3 секунды сегодня! Давай, я уехал! 2, 3! Далеко не уедешь! Итак, Покеда! Полный вперед! Включаем карту! И теперь, ребята, смотрите! Четкое попадание! Нет! Хотел на него приземлиться! Ну и ладно! Мастер дрифта на Ламборгини покажет супер класс! Итак! Красная акула! Давай! Стоять! Кто тебя опередил? Эй! Это обманка! Смотрите, реально запутал меня, кругами закатался! Мастер дрифта едет! Мини-купер! Здорово! Че, занесла что ли? Не трогай меня! Укушу! Да, моя тачка все-таки быстрее, ребята, поэтому гонку без правил проводить бессмысленно. Я придумал, куда я поеду. В океанариум или в аквариум. В аквариум, к рыбке золотой. Ребята, полный газ. Сейчас будет смертельный номер. Я знаю, Леха, я догоняю тебя. В океан. Фейл века. Подожди, он не ломается. Ай, я, кажется, себе нос сломал только что. Я лечу к тебе. Давай. Так, смотрите, мастер дрифта покажет супер класс. Давай. А ну-ка, мастер фломастер, давай. 1 минута прошла, и давай, Паша. Ну, лови. Ой. Что? Нифига себе! Эй! На, ракету. Смотри, а у него дверь сломалась. Стой. Я сейчас ракетку еще тебе вышеру. Если ты в воду упадешь, ты утонешь. У тебя двери нету. Нет, я не удару, я тебя вдору. Нет двери, так. Давай. Бам! Ты что, офигел? А как мне тебя достать? Стоять! Разворот, чуваки! Разворот на 380 градусов! Это было... А я тебя спалил, ты прыгнул в воду. Я его спалил! Спалил, да! Погоди! Я падаю, нет! У тебя двери нету, говорю! Полный разворот!
полный разворот. Так, 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 так. Ща его достану. Где ты? Где ты? Я уже взлетаю вверх. Где он? Без двери. О, торпеда летит. Давай. Удар, касание, касание, касание. Так. Ой, бензин потек. Так, чуваки, аккуратно. Ты что, у меня Стромберг неуправляемый какой-то? Я не знаю, я тоже неуправляемый. Я улетел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ща этот бензин, чуваки, просто в лепешку превратится. Было касание. Я, кстати, придумал тактику, чуваки, смотрите. Лайкос. Раз, два, три. Давай! Давай, 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 давай! Ты что там делаешь? Ты что делаешь? Нет! Не получилось! Ой, плохая тактика! Давай! Что тебе готовится? Ты что? Я как дельфин! Ой, перевернулся! Какой дельфин? Какой обыкновенный, желтый, красный. И касание будет сейчас раз, два, три. Просто, ребята, вот это однозначно. Лайкос — самая эпичная серия в мире. И у тебя остается буквально 20 секунд, чтобы меня поймать. Давай, да давай, ты хитрюга, так ты честно, просто я мастер хитрюга. Так, аккуратно, задним ходом разворачивайся. Давай, давай, ты меня не доставишь. Газу! Достану, давай, что? Давай, давай. Где? Где? А что я застрял? Вперед! Бам! Коснулся меня. Нет! Нет! Уезжай. Ладно, чуваки, у него победа и один балл в кармане. Тогда счет становится 2-1. Но все равно со счетом 2 я побеждаю на 1 балл, опередив. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, как и всегда, лайкос! И с вами сегодня был Джайл Флэттин, ссылка на ваш будет в описании. Ну а в комментариях, напомню, пишите, какие тачки нам нужно спрятать в следующих сериях. Ну а с вами были мы, крутые пацаны. Всем удачи, всем покедова! Всем покедора!